Здравствуйте, друзья мои. И вновь мы продолжаем следить за приключениями Юрича в мире Кальрадии. Итак, значит, отряд у Юрича уже состоит из 86 человек. Из 86 человек мы поступили вместе с Юричем на службу королевству Южной империи, где лидером является Рагея. И сегодня мы начинаем с того, что сегодня организуется поход, то есть Рагея собирает войско. Вот она уже, 453 человека у нее, да? Сейчас присоединяемся к этому войску. И, как я понимаю, идем в поход. Идем в поход. Так, присоединиться к войску. Так, ну и что-то... Так, 756 человек в войске. Что-то как на месте стоит 850. Пока на месте стоит. 1000 войска из 1000 человек, из 1000 воинов, и направляемся осаждать Разих. Я так понимаю, город Разих, да? Королевство Асирай, по-моему. И вот сейчас Юрича ждет первая осада. Будем осаждать город. 1100 человек уже в войске. Да, мирный договор какой-то. А, Западная империя с Асирай. Догоняем войско Асирая. Асирая. Сейчас, видимо, будет битва. Будет сражение. Пока противник избегает столкновения, но и это естественно, потому что у него войско меньше практически в два раза, да? Да, кстати, так и не догнали мы это войско и остановились у города Разих. Начинается осада города. В городе всего 373 гарнизона. Причем гарнизон 127 человек в городе, и ополчение 246. Так, ну вот лагерь осадный уже создан, теперь строится. Не знаю, что это. Нет, это не требушеты, это какие-то другие. Катапульта это. Катапульта. Это что? Не могу понять. Это катапульта. Это тоже почему-то не показывает, что это такое. Так. Итак, бой с Карагей начинает осаждать стены Разих. И мы, естественно, принимаем участие в атаке. Итак, атака. Перед битвой
Так, автоматическая расстановка. И пойти на штурм. Таран везут вон там. Сейчас ворота будут таранить. Так, здесь остановимся. Спешимся. Будем приближаться к стенам города. Так, еще поближе подойдем. Так, ну вот теперь здесь можно. Ага. Притормаживает. Мимо. Спрятался. Есть. Мимо. Есть. Перестрелка. Отошел, а? Зараза. Все, стрел-то нет больше. Три стрелы осталось. И последняя стрела. Так, здесь не видно стрел. А вот стрела торчит какая-то. Возьмем. Одну стрелу. Есть. Так, бегом, бегом, бегом. Стрел, к сожалению, нет. Так, мы через ворота ворвемся. Сломают там еще. Вот, все, пошли, ребята. Ух ты, сзади наскочили, смотри, а. Конечно, ого-го. Тут, конечно, ого-го. Ух ты, сколько их, а? Бейся, бейся, мужики. Ну да. Ребята. Похоже, нас тут затолкают сейчас. Все, похоже, Юрищу сейчас будет трындец. Надо отойти немножко. Много, оказывается, их.
Так. Чё же я стрелок не могу найти? Где бы стрелы взять, а? По одной собирать, это такое дело-то. Где стрелы найти? Вот стрелы. Все, что ли, убежали? Поздно, стрелок нашел. Победили, но потеряли много очень, да. Еще и покоцали Юрича. Так, ну ладно, давай смотреть. Что получается? 319, нет, 88 человек у нас погибших, да? От в отряде Юрича 8 погибших. Понятно. Так, пленные. Берем пленных. Да, 59 осталось, 20 раненых в отряде. И спутников, спутники тоже раненые, и Юрич раненый. Ну да, битва была на жизнь и на смерть. И все спутники раненые, смотрю, да? Да, битва была. Да, что творится? Все раненые. Так, что по трофеям? Продолжаем. Теперь на пленных нам сдать куда-то в крепость. Все, раз их захватили. Так, кстати, теперь вот эти вот дела надо, да? Голосование. Вы хотите принять решение по вопросу судьи. Итак, городская стража увеличивается на одного человека в день. Городская стража численностью более 60 человек дает одно влияние клану владельца города. Налог с городов снижен на 0,5. Да, в принципе, поддерживаем, да? А мы не можем, что ли? То есть это мы можем только воздержаться. То есть у нас влияние, видимо, маленькое, еще 105 влияния. Не знаю. Ну давай воздержимся. Так. Правитель Южной империи издает указ судей. Это побудить лордов назначать судей в своих владениях решено. Решение вызвало раскол в совете. Понятно. Вы хотите принять решение по вопросу владелец Разих. Он будет автоматически разрешен через 8 часов. Так, ну давай, и чего, и кому? Юрику, Фарону или Юричу город отойдет? Даже не знаю. Юрик, кстати, тоже ранен. Юрич ранен, да? Или не, нет, это нет, это, наверное, не ранение. Это, короче, все склоняются вроде бы как вот за Фарона, да? Ладно, давайте за Фарона проголосуем. Так, значит, город отходит Фарону. Понятно. Понятно, хорошо. Кстати, тут прокачалось. Ну-ка посмотрим. А что у нас тут могло прокачаться? Так, обаяние.
Так, вы человек приятный и зачастую производите хорошее впечатление при знакомстве. При первом знакомстве с важными людьми у вас есть 10% на шанс получить плюс 2 на шине. Что-то я не понял. Наметанный глаз. Ну, наверное, вот это, да. Да. Так, а больше ничего нет? Управление нет, медицина нет, лидерство, тактика. Да, больше ничего нет. Больше ничего. Хорошо. Так, и здесь что-то восклицательный знак горит. Понятно, ну ладно. Продолжаем. Так, войск поуменьшилось, 900 человек у Рогея теперь. И продолжаем. Куда? Рогея направляется осаждать Хубьяр. Опять осада. Ничего себе. Ну ладно, давайте подождем. Как бы войско-то уменьшилось. Итак, гарнизон 125 человек, ополчение 118. В нашем войске 916 человек. Ну давай посмотрим, что сейчас получится, как у нас интересно. Кстати, у Рогеи какое-то задание, видимо, есть, да? Восклицательный знак горит. Так, еще какое-то голосование. Решение по вопросу владелец Хусн Фулк. Давай посмотрим. Так, давайте воздержимся просто. Ну да, это ничего не меняет. Арос становится владельцем этого замка. Продолжаем. Побыстрее бы вот только здоровье восстанавливалось у нас. Здоровье восстанавливается. Так, значит, лагерь создан. Теперь строится. Что это у нас строится? Таран. Таран строится. Понятно. Ждем, когда ребятушки построят таран, и пойдем опять на штурм. Тем временем здоровье улучшается. Влияние как упало, а? Было ведь 100, сотня с лишним, да? А осталось 7. Как-то совсем нехорошо. Не очень, чтобы очень. Так, ну давай, 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 выздоравливай. Не хворай. Так, здесь что строится у нас? Осадная башня строится. Понятно. Осадная башня. Так, еще немножко и 100% будет здоровье. Музыка какая-то восточная играет. Да, не успел у нас восстановиться здоровье нас до 100%, к сожалению. Итак, идем мы на штурм. На штурм Хубьяра. Ну, держись, ребята. Держите меня, семеро, двое не удержат, да? Так, давайте не будем никакой автоматической расстановки, сразу попробуем пойти на штурм. Это что будет означать? Означать, да? Туда вот доскачем, там спешимся. Вот здесь спешиваемся. Опа. Стой. Так. Так. Сможем мы отсюда кого-то достать, нет? О,
Далеко. Да. Это далеко. А так я не вижу. Не прилетело бы здесь. А вот того наверняка сможем достать. Ну-ка. Попробуем. Есть. Или это я куда попал? А так это я в стенку вот попал. Опять в стенку, что ли? Что такое-то? Он меня стреляет. Угу. Попал пальцем в небо. Так, а если присесть вот так вот раз? Ух ты, прилетело, а? Я же говорю, что сейчас прилетит. Так что побережем пока Юрича. Не могу я так далеко это. Да что ты будешь делать-то, ну? Ждем, 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 когда сломают ворота сейчас. А вон там осадная башня, да, смотрите, пошла. Надо было посмотреть, как там осадная башня работает. Но мы туда не добежим, нас тут подстрелят. Наверняка. Так, вот здесь, по-моему, сломали ворота. Давайте попробуем пробежать. Половину здоровья опять сняли, а ну даже. Ух ты, вот там опасно так торчит парень вот этот. Вот ты, ёшкин поварёшкин, а? Так. Ну, сейчас надо поберечься как-то. Ну, бежали. Так. Зараза такая. Что-то все мимо. Все мимо. Щит. Зараза. Все, опять стрел нет. Да что ты будешь делать-то? Где бы стрелы найти? Тут нет нигде. Да, что-то как-то не особо интересно в осаде. И ничего не успеваю сделать. Юрич, а он две стрелы торчит в руке, в плече одна. Что, все? Да. 49 убитых теперь у нас.
У Юрича двое убитых. Еще двух потеряли. Елки, 8 раненых. Да. Восстанавливаю. Бранец. Так. Пленные. И что у нас по трофеям? Так. Угу. Хорошо бы пленных сдать, трофеи продать. Ну, что-то пока никак. Опять голосование какое-то. Ну-ка. Кому будет принадлежать Хубьяр? Но мы опять воздержимся, у нас влияния никакого абсолютно нет. У Юрича я имею в виду, да? Все, Юригу отходит. Город этот. Понятно. Мы, говорит, должны выбрать следующую цель, Рогея. Восстановиться надо, Рогея. Как-то без восстановления это никак. Продукты подходят уже к концу. 11 раненых у нас в отряде. Так, опять осада. Да вы что? Ёкарный бабай. Опять осада. Чудо, город за городом берет враги. Два города взяли уже. Продуктов на месяц осталось. Так, что-то строят тут у нас. Что строят? Непонятно. Войско враги, а непонятно, что строят. Ясно. Уже опять осада? Эй, штурм что ли? Да вы чё, ребята? Здоровье не восстановилось еще. Ну давай, пойдем опять на штурм. Так, давай все-таки автоматическая расстановка и пойти на штурм. Так. Так, спешиваемся. Идем вперед. Какие-то самолеты залетали у нас. Малыша моего пугает. А, сегодня тарана нет, что ли? Не вижу. Сегодня лестницы. Ничего себе. Что-то как низко самолеты. Так. Попробуем сюда пробежать, если нас не подстрелят. Так. Мы так далеко не попадем. Вряд ли попадем. Да. Как-то
в белый свет, как в копеечку. Так, чё, пойдем на лестницу? Рёт, ура! А чё это, как это они в воздухе стоят? Во взвеси! Ты как вы так стоите-то, ребят? Здорово устроились. Вперед! В атаку! В атаку! Нет ни одного подразделения под командованием у меня. Понятно. Так. О, стрелы. А что, мы взять не можем, что ли? Не можем, странно. Ух ты! Ух ты! Ну все. Так, Юрич получает одно очко практики. Что-то тут совсем ничего не видно. Так, а что, давай наверх. Вы что, вниз-то бежите? Сверху будем стрелять. Куда-нибудь, в кого-нибудь. Ты что, уже не в кого стрелять? Вот это кто сидит такой? Все? Ну да, что-то как-то мне осада не очень нравится, да? Опять в отряде погибло 3 человека у Юрича. Так. Пленные. Не... 18 раненых. Наверное, лимит пленных нарушен уже. Я же говорю, надо где-то куда-то их сдавать. Продолжить. Почему покинуть войско? Почему нельзя войти в город? О, войти в поселение. Купить товары, потому что у нас продукты заканчиваются. Так, возьмем все. Возвращение войска. В город какой-нибудь зашла бы Рагея, чтобы пленных сдать. Опять осада. Да что ты будешь делать-то? Так, а вот интересно, я Рагеи могу отдать пленных? Так. Странно, почему-то я поговорить не могу с ней. Здесь. Непонятно. Так. Что тут такое?
Арзагос знает о расширении Южной Империи. Ходят слухи, что Арзагос хочет уничтожить все, чего вы достигли. Будьте готовы. Силы заговора 1000. Так. Попробуйте остановить заговор. 3 дня назад было, 18 дней осталось. Как его остановить? Это непонятно, это не ясно. 2/3 поселения с имперской культурой нужно захватить, чтобы объединить империю. Все равно что-то как не понимаю, что дальше делать. Ну ладно, будем дальше продолжать. Думаю, что-то прояснится. И опять создается осадный лагерь. Сейчас опять будем строить, наверное, какие-нибудь осадные орудия. Это строится, я так понимаю, в замке, да? Баллиста, катапульта. А у нас что строится? Понятно. Таран строит. Таран строит. Так, ну хотя бы хоть здоровье восстановилось, уже хоть что-то. Ну и чего? Опять на штурм. Опять на штурм. Почему-то под командование Юрьевичу ничего. Никаких войск, никаких подразделений. Пойти на штурм. Давай, пойдем на штурм. Так, много их, ребятушки, сегодня. О, мимо. Ох, попал пальцем в небо. Да что такое стрелять-то, ё-моё? Стрелять никак научиться не может. Опять все стрелы впустую. Все впустую, а? Че, где таран-то? Это я не достанусь. Вот убили кого-то. Так, что-то куда-то они побежали. Так, а где таран? Таран же строили. Пока не вижу. Не пойму, где чего, куда. А вот здесь этот таран должен. Где таран-то? Уже открыли. Так, это кто выскочил? Зараза. Редиска такая.
Вперед в атаку. Чё там стоите-то? В атаку. Нет никого под командованием. Надо же. А, да все уже, что ли? О, это что такое? Это что такое со звуком? Да. 45 человек погибло. Опять 3 человека погибло в отряде Юрича. Блин. Как-то что-то боевой поход-то. Какие-то одни осады. Так. Значит, что тут голосование? Кому? Давайте воздержимся. Фарону отходит замок. А Юричу что, так ничего и не дали, да? Ну-ка. Посмотрим сейчас. Это надо здесь посмотреть. Феоды. А слушай, дали какой-то Якис. Где он, этот Якис? Надо сюда назначить губернатора. Вот эту Катилу назначим в губернаторы. Где этот замок? Замок какой-то. И две деревни. В город надо какой-то войти. Рагея. Так, сейчас мы идем в Ликарон. Ага, ну наконец-то хоть большая передышка между осадами. Так, Вразих не остановится? Нет, не останавливается. Обратно куда-то осаждать замок Сахел. Так, Северная империя объявила войну против Южной империи. О как! Северная империя нам войну объявила. Очень странно. Так, и войско расформировали. Ну да, интересно. Пойдем тогда в Разих, сдадим пленных. Так, войско собирает этот самый, не успел прочитать, Цирандон. Значит, сейчас надо идти к Цирандону присоединяться. Так, идем мы в крепость, в темницу и сдаем пленников. Так, вот сейчас у нас влияние 29, посмотрим, что сейчас будет. Теперь 49, но не особо повысилось. Так, теперь продадим трофеи. Так, продадим трофеи. Так. И нам нужно посмотреть, что там у нас с замком. Где наш замок? Якис. Якис, Якис. Где он, этот Якис? Интересно. И когда мы его получили, этот Якис? Вот он, Якис. Ну-ка, давай пройдемся до Якиса, до этого. Войсками беда. Войско надо где-то пополнять. Но здесь дело в том, что тут другая фракция же. Тут не будет тех войск, которые нам нужны. Так, Батания против Ландии объявила войну.
Так, Ягис. Так, управление городом. Смотрим, что у нас есть. Здесь, естественно, нужно вначале сделать казармы гарнизона построить. Так. 10 тысяч давайте им дадим, чтобы побыстрее это строилось. Нифига себе, 250. А, это укрепление. А казармы сколько строиться будут? Казармы. А чё? Не пойму. Вот так. Казарма гарнизона 5 дней. И потом нужно еще что? Бараки и ополчения, да? То есть вот сейчас 5 дней будет строиться казарма гарнизона. Итак, гарнизона здесь сколько у нас, я не вижу. Где это посмотреть-то? Налог. Процветание. Безопасность. Ополчение 21. Где гарнизон-то? Почему я не вижу? Так, вот. Значит, гарнизона 80 человек. Ополчение 21. Ну, пока, конечно, не очень, не особо много. Погоди, так это город, что ли? Ух ты, так это город, ребятушки. Да. Я думал, это замок, это город, оказывается. Понятно. А вот интересно, фракции, если у нас, допустим, они, наверное, не поменялись, да? Так. Да где он вот этот? А вот этого Абба. Абба. Посетим эту самую Аббу. Посмотрим. Сколько разбойников, налетчиков всяких разных тут бегает, а? А, так тут укрытие какое-то рядышком. Так, купить товары. Давайте-ка купим сыра, сливочного масла и зерна наберем. Чем больше, тем лучше. А вообще все заберем. Так вот. Ну-ка, нанять людей. Ну да, фракция не меняется. А эти ребятушки нам не нужны. Не хочу я их. Так. А до Южной Империи очень далеко. Ну давайте, по крайней мере, попробуем пройти. Сколько это займет по времени, интересно. Очень далеко, конечно. Сколько разбойников бегает, а? Войско какое-то пошло. Опа, Усрик Седой был, чё? Чё-то Седого, по-моему, в плен взяли. Плохо. Это очень плохо. Так, какое-то голосование здесь. Владелец замка Шибал Зумр. Так, ага. Давайте мы Рогея это... Проголосуем за Рогея. Так вот. Поехали дальше что-то. Добрались мы до Южной Империи. Сейчас посмотрим, что там с Усриком, с этим, с нашим Седым получилось. Так, нанять людей. Нанимаем. 87 мы можем иметь.
Так, давай-ка мы вот этих лучников взяли, теперь посмотрим. В другом поселении может быть еще лучников. Так, лучников нет, но есть вот такие прокачанные уже ребятушки. Так, теперь здесь еще посмотрим. Нанять. Так, лучников опять нет. Ну хорошо, тогда давайте наберем новобранцев, что ли? Или тут, по-моему, еще есть у нас деревня. Вот, да, еще одна деревенька далеко. Так, вот еще лучник, еще прокачанные ребятушки, и тогда этих доберем 3, 4, 5, 6, еще можно одного. И 7. Вот так, 87 человек. Так, теперь посмотрим, что у нас там с седым получилось. Где у нас седой? Вот он. Отдыхает в Хубьяр. Странно. Войска. Ага, нету. Ну давай его опять назначим. Как же ты так потерял отряд-то свой? Давай собирай заново. Так, гарнизон Иякис. 80 человек гарнизон. Так, хорошо. Так, значит, теперь давайте опять идем в Иякис. Сюда, конечно, надо бы гарнизону набрать. Так, Рагея собрала войско. Где это у нас? Рагея. Не понял, где. Еще раз. Ага, вот сюда, значит, идем. Ой, далеко. А, так это она сейчас с Северной империей, видимо, собралась воевать, да? Не знаю, успеем мы сейчас найти ее или нет. Так, ага, успели, вот она. Войско Рагеи. Присоединяемся к ее войску. Так. Это давайте пока уберем, чтобы нам не закрывало интерфейс. И идет защищать замок Миллион Рагея. Так, идем на защиту замка. Так, и похоже у нас с вами небольшая стычка. Или, видимо, сражение, да, как? Да. Ну, под занавес, но большое сражение. Так, значит, возьмем под командование конных лучников. Так. Лучники. За мной. Так, где они? Вот они. Так. И все, за мной пошли. Так, сейчас заходим. Вот это что, справа отряд какой? Кавалерия, что ли? Так. Так, идем, заходим в тыл им. Вперед, вперед, ребята. Вперед. Вперед. Заходим с тыла.
Вот так вот. С тыла их накрываем стрелами. И теперь обратно. Так. Так, за мной. Ох, белый свет. Как в копеечку в атаку. Перестрелка. Так, за мной. Так. Так, вот здесь встали, стреляем. Давай, ребят, стреляем. Так, за мной. Вот отсюда стреляем. Опять за мной. Добиваем. Ну и все. Ура, ура! Нашу водокачку взяли. 29 человек. Отряд Рогея. Так, Юрич. Отряд Юрича потерял. Что-то не вижу. Отряд Юрича потерял 4 четверых. И двое раненых. Так, двое новобранцев погибло. Имперский пехотинец погиб. Имперский легионер погиб. Понятно. Пленные. Вот этих пленных потом можно будет завербовать к себе в отряд, потому что они из империи, так сказать. Это как раз то, что нам, в принципе, нужно. То есть пленных мы никуда сдавать, конечно же, не будем. Мы их перевербуем потом. Так. Причем пленных-то солидно, да? 61 человек. Так, хорошо. Берем трофеи. Есть такое дело. И что-то у нас где-то прокачалось.
тактика прокачалась. Да, тут выбора нет. Выбираем. Так, ну и на этом, ребятушки, я эту серию закончу. И будем продолжать смотреть приключения Юрича в следующей записи. Ну а на сегодня всем всего самого доброго, всем всего самого хорошего, мир вашему дому и пока-пока.